Тут до края света 5 минут пешком. Заняться нечем? Я тебе сейчас быстренько занятие найду. А мы там, где прям. Купила айфон. Вдруг его хочу. Ну мало ли чего ты хочешь. Я, может быть, тоже много чего хочу. А где мой телефон? Где бросил, там и ищи. Сколько раз говорю, не разбрасывай свои вещи. Говорю же, это просто леденцы. Никакие не звезды. А у тебя ничего не слипнется? Не рассказывай взрослым. Нам вот лучше урбич. Это вкусно и полезно. Обещаю, мы вернемся. Мам, а ты как гуляешь? А ты уроки сделала? Да. Ну хорошо, чтобы 8 дома была. И шапку надень. Ну, мам. Не, ну ты посмотри на нее. Ей слово, она мне 10. Ну, давай. Вот вырастешь и будешь делать, что хочешь. Прогуляем школу. Не, ну ты представляешь, она ведь его бросила. А зачем, говорит, мне это надо? Платье ему, убирай. Мне лишь деловая такая. А вы инструмент хорошо дезинфицируете? А пилочкой никому до этого ногти не пилили? Что-то, по-моему, этот ноготь немного кривоват. А ну-ка дайте-ка. Иди! Не было парковки. Ну, специально. Иди! Ой, простите. Простите. Ой, простите. Простите. Биться сердце стало чаще. Цвет настроения черный. Блин, что чай-то такой горячий? А красного винтажного нету, что ли? Ой, как у вас душно. Откройте окно. Блин, теперь холодно. Закройте окно. Как нет мест? Ну, выпишите там кого-нибудь. В каждом маленьком ребенке. Делайте, что хотите, только не будите меня пару часов. И мальчишки, и девчонки. Здравствуйте, вы визажист? Сейчас на тебе раз. Да, визажист. А научите меня краситься так, чтобы когда я проходила, мужики штабелями падали. Прям-таки штабелями? Прям-таки, чтоб отбою не было. Окей, не вопрос. Даже если вам немного. Сначала нужно мыться пенкой, затем скрабом и протереть лицо тоником. Солнце всем на планете одинаково светит. Нанести основу, тональный крем, ну и пудру распылить. И принцессе, и простор. А зачем все это? Как зачем? Чтобы получился естественный цвет лица. Королевна! Да! Ты бы подошел, я бы отвернулась. Девушка, простите, а который час? 7:30. Спасибо. И все? Фу ты! Совсем охренели уже! Вот такие дела. Хватит лениться, вставай, поехали на тренировку. Ты что, с ума сошла? Ну и нахрена ты меня сюда притащила? Да потому что дома от тебя никакого толку. Вот сейчас найдем здесь мотивацию и... Как дела? Да вот моя, худеет. Ты моя. Да ну нафиг! Шикарно выглядишь. Да, делай на себя то, чтобы поглажено было. Пойдем кофе попьем. Здорово, да, что у нас наконец-то сегодня получилось встретиться? Да, а то я в прошлый раз собралась, а ты звонишь и говоришь, что не получится. Слушай, ну а кем ты сейчас работаешь? Чё, тебе не рассказывала, что ли? Я уже 2 года в клубе танцовщицы работаю. Ну а тут я ей говорю, дай мне каталог, я там красивее платье видела. Не, ну ты если взяла, ну ты ложи на место. Не знаю, как ты, а я торты очень люблю. Слушай, ну ты меня заболтал, мне уже домой стираться пора. Ты как думаешь, мне 200 рублей на такси хватит? Может, 200? Ну да. Подожди, секундочку, я сейчас.
Знакомься, это Настя. Она будет с нами жить. Здравствуйте, мама! Ну и чем ты занимаешься, Настенька? Я фотомодель и я блогер. Я снимаю блог о красоте маленькой. Небудь задницы показываете? Мам, Настя приличная девушка. Че, по ней не видно, что ли? А грудь-то у тебя настоящая? Маленькая, да бог с вами. Кто сейчас настоящий-то ходит? А сколько тебе лет-то, Настенька? Небось, вся ботиксом обколота. Мне 36, маленькая. Ой, сынок, а чего в интернете найти нельзя помоложе было, а? Ну, мам! А что, мам-то? Да ты только посмотри на нее. С нее ж песок сыпется. Что соседи скажут? Ну, что кисуль, ты еще не собрана. Давай собирайся, поехали. А я чё? Я ничего. Совет вам, да любовь. Все люди как люди, а я супер звезда. Дочь, ты уже целый день на улице. А это хоть покушай, что ли? Мам, я не хочу. Можно я еще немножко поиграть? Насколько мне повторяли. Дочь, ты уже целый день в интернете сидишь. Иди хоть погуляй немного. Ну, мам, мне еще надо в Инстаграме пост выложить. Мам, у меня рождение, это я тебя сделала. Ой, как красиво. Спасибо, доченька. Ты посмотри на меня! Мам, с днём рождения! Ты видела такое, что я ВКонтакте подарок подарила? Да, дочь, видела! Спасибо! Ты на память! Мама, купи куклу, купи! Дочь, тебе что, их солить, что ли? Ну, блин, посмотри, какая она красивая! А у меня такой возраст! Мам, где телефон? Дочь, у тебя же нормальный телефон был! А мне таймер отрывается, я память убрала! Жить мечтай. Жить мечтай. Так, где больной? Когда вырасту, никогда не буду ходить к врачам. Девушка, да никакая ты не простой. Это просто прыщик на попе. Ну сколько можно меня вызывать? А давай, когда вырастем, буду покупать одни шоколадки. Давай. И мороженки. Вот бы сейчас шоколадку сожрать. Да, еще неделю сидеть на этой гречневой диете. Мама, смотри, я все сделала. Сделала? Ну, теперь можешь погулять, доченька. Зинаида Петровна, я суп сварила. Сварила? Ну, теперь вари компот, доченька. Утро начинается, начинается. Город улыбается, улыбается. Открываются окошки, разбегаются дорожки. Громко хлопая в ладошки. Город засыпает. Просыпается мафия. Жизнь боль, живи давай как сон. Жизнь то, что найдешь, и жиром жиром ты никогда не заплывешь.